Какой-то человек золотой. Да что ты говоришь? Да. Вон, видишь, стоит. Это мы в Варну приехали. Иди сюда. Не хватало мне еще обойти, пройти вот эти. Ой, на пальчики. Лучше не наступай. Видишь, он дяденька играет на какой-то балалайке. Что такое? Не знаю. Пойдем посмотрим фонтан. О, смотри, там какие чайки. Дай пивной. О, у нас такой напиток вкусный. Прям синий. Прям цвет ногтей. Маш, пойдем. Вот мы никогда здесь не гуляли, кстати, очень даже красиво. Здесь, по крайней мере, красиво. Пальмы. Здесь что-то продают, что-то все туристов впихивают. Какие-то то пожертвуйте на детей. Причем говорят на всех языках. Дальше пойдем. Смотреть не надо, плати деньги. Держи, чтобы растаяло. Пускай потает. Пойдем. О, Нью-Йоркер, там большой магазин какой-то. Вон там. Ты меня держишь за руку? Зачем? Да. Что? Наверное. Ну, если там он огромный. 25 метров. Я хочу зайти в немецкий центр. Вот сюда. Немский центр. Смотри, какие там всякая фигня. Прикинь вот это вот, смотри. Мы зашли в город игрушек. Вот такой самокат охоты. Вот хороший тоже. Да. Самокаты, конечно, классные. 350 евро стоит. Ой. Это подешевле. 10 тысяч рублей стоит. А какие тут игрушки. Боже мой. А, Маша, они рассчитаны для того, чтобы там еще можно было прицепить рюкзак. Вот у них улица магазинов. Вон мы оттуда идем. Там у них все ремонтируется. Здесь ремонт. А, ремонт. Ремонт. Вон, видите, там дельфинчики. Опять какой-то у них собор. Крепость. Чудотворец. Иди сюда. Морский храм святого Николая Чудотворца. Что за морский? Приморский храм. Что? Значит, этот дом сфотографируй.
помирает. Почему он помирает? А вон лежит еще. Ну лежит, да лежит. Дом такой красивый, вот этот. Да, Маша? Вот этот. Да вот этот. Ромика, бабушкин любимый магазин. Пойдем на секунду зайдем. Мы потом даже бабушке специально покажем. Зайдем на секунду? Ой, у них тут какие сумки. Тут поди не одна Ромика. Конечно, всякая. Хотя, кто знает. Да, пока не дойдем. Вот же уже конец улицы. Зоомагазин. Где зоомагазин? Вон туда, по стрельбе. Да сейчас, ага, в кусты я пойду. Дом вон большой. Да, пойдем. Вон, что там, резиночку делать? Угу. А что мы? Торопимся? Ну. О, видишь, тут водичка льется. А что, не жарится? А? Это что такое? Люди как будто лежат. Похороненные. Я говорю, люди как будто лежат. Как будто люди. Да. А что там есть-то? Что там есть? Это еще болит. Лужа. Мы находимся прямо в церкви. Варны. Тут дома красивые, это банки, нотариусы. А, растения не настоящие. О, община Бярна, это, наверное, администрация города Варны. Ой, Бяла говорю, община Варна. На ту сторону. На ту? На ту. Окей, пешеходные переходы. Не, ну я понимаю, но это дорожка для велосипедистов, вот эта красная. Конечно, на ней можно и ходить, но видишь, какая гладенькая. А. Да я посмотрю в этом ларьке журналы. Ну, это простые ларьки. Что-то как-то в них ничего интересного. Мода, мода. Да, дорожка-то, видимо, там хорошая, длинная. Там у них пальмы стоят, смотри. Пальмы вон у них. У них как-то везде много вот этих телефонных будок. Куда? На остановку пойдем. Автобусная остановка.
Держись. Куда пойдем опять?